ты устройся поудобнее и закрой плотнее дверь. И как обычно на премьере по воскресным по утрам, а передача в мире Дэнди прямо в дом приходит к вам. А ты послушай Боба Ука и смотри во все глаза, а ты узнаешь очень много меньше, чем за полчаса. А нам в создании передачи помогает магазин. Он называется Дом Дэнди, в нашем мире он один. А в мире Дэнди, а в мире Дэнди, в мире Дэнди, в мире Дэнди. А в мире Дэнди, в мире Дэнди, в мире Дэнди. А в мире Дэнди, в мире Дэнди, в мире Дэнди. Доброе утро, дорогие зрители! Ха-ха! Услышав знакомую музыку, ваше сердце ёкнуло и настроение поднялось на 100%! Я надеюсь, что вы уже проснулись и включили свои телевизоры на телеканал «Премьер». Нет-нет, не вставайте с кровати. Там вам будет удобнее смотреть нашу передачу. Просто возьмите пульт и сделайте звук на своих колонках чуть-чуть погромче. Нет, делайте слишком громко, а то родители, которые еще спят, выбросят колонки вместе с вашим телевизором. Вот тут к нам в магазин пришло огромное количество новинок. Мы их, правда, сами еще не видели, но пытаемся ознакомить вас с ними. Сегодня, как всегда, будет традиционная рубрика «Хелп», «Хит-парад». А в остальном просто смотрите «Мир Дэнди». Мы обожаем наши любимые команды и клубы. И каждый из нас в глубине души хочет стать тренером своего клуба. В жизни это сложно, но поиграв в игру «Премьер менеджер», вы сможете стать тренером своего собственного клуба. «Премьер менеджер» — нет, это не футбольный симулятор, хотя здесь это тоже имеется. Это футбольная стратегия. Как это, спросите вы? Все очень просто. Здесь вам предстоит побывать в шкуре управляющего одного из футбольных клубов. Начинается все с того, как вы выбираете себе клуб. Причем не вымышленный, а реально существующий. После чего вас выбрасывают на главный экран игры с огромным количеством опций. Назовем основные. Финансы клуба показывают, сколько у вашего клуба имеется налички, то бишь денег. Затем рынок игроков. Здесь можно приобрести игроков любых видов. Вратарей, оборону, нападающих. Их здесь достаточно, и каждому нужно от вас только одно – деньги. Разобравшись с остальным, мы избираем тактику игры и вид игры, после чего выходим на поле. Поначалу, как таковой игры нет, бежит время на экране, где только и есть список игроков обеих команд и счет. В любую минуту мы можем остановить игру, сделать замену, поменять тактику. После игры можно посмотреть ее в 3D-варианте в просмотре. Выиграв, вы получаете призовой гонорар, энную сумму денег. В общем, это крутейшая футбольная стратегия, способная захватить любого игрока. Создайте собственный клуб и сделайте его чемпионом. Вы же хозяин. Внимание, внимание! В магазине Roll Sport появились лазерные указки различных видов, большим выбором насадок, звезды, фигуры, твиксы и так далее, в виде письменных ручек и обыкновенных брелков. Высокое качество проекции, экономичный расход батареек, небольшая цена, приятно удивят вас. Приходите в магазин Roll Sport на улице Богдана Хмельницкого, 33. Выберите свою указку. В эфире хит-парад «Мира Дэнди». И на этот раз он будет посвящен нашему любимейшему жанру – боевые гонки. Пятое место. Основатель жанра Twisted Metal 1. Это с него началось все это техническое сумасшествие. Четвертое место. Twisted Metal 3. Графика просто класс. Управление максимально приближено к реальности. Новые виды машин. Программисты не упустили ничего. Позабыли только о игровом процессе. А жаль. Третье место. Rogue Trip. В лучших традициях Twisted Metal от Single Track. В игре есть огромный плюс. Просто огромные зоны. Второе место. Dead in the Water. Здесь все дело разворачивается на воде, на моторных лодках. И первое место. Про эту игру просто нельзя забыть. Twisted Metal 2.
С ним и по сей день не может сравниться ни одна игра. Ключом «Металл 2» еще с 96 года и до сих пор просто мнет все другие клоны своим игровым процессом. Паш, ты когда-нибудь видел обалденную крутую леталку с крутой графикой на двух дисках? На двух? Конечно, я видел. Wing Commander. Не, ну там же 4 диска. 2, 4. Какая разница? Разница в цене. Да? А о чем там? Мы о новой игре Colony Wars 2. Для особо одаренных математиков повторяю. 2 это 1. Плюс 1? Да. Артур, Colony Wars 2 на одном диске. Да? Значит, дешевле будет стоить. Colony Wars 2 является примером как раз такого случая, когда продолжение игры во много раз лучше самой игры. И это заметят все, кто часами рубился в первую Colony Wars и всего лишь один взгляд бросил на вторую часть этой знаменитой игрушки. Что ни говори, отличие налицо. Улучшенная графика, гигантские космические просторы и просто обалденные спецэффекты. Чего тут только стоит струи газа, вылетающие из турбин, и искрящиеся лучи лазеров, выжигающие дыры на обшивке вражеских кораблей. А взрывы, признаться, красивее я не видел. Чтобы почаще наслаждаться этим зрелищем, хочется взрывать, взрывать и взрывать. Своих, чужих, какая разница? Искусство требует жертв. Правда, своих стрелять я не советую. Разнесут за милую душу, даже не поморщится. Да и чужих стало сложнее уничтожить. Компьютерный интеллект теперь развился и дает мощный отпор всяким охотникам за взрывами. Чтобы взорвать хотя бы один корабль, придется вести долгий поединок. А ведь враг не один, и их даже не двое, их куча. И того гляди, в погоне за одним оглянуться не успеешь, а на хвосте уже двое. И это в лучшем случае. Так что придется следить за всеми мелочами и быстро анализировать ситуацию. Например, защиты нет, брони 2%, сзади 3 вуду, по курсу вражеский крейсер, анализ, безвременная смерть. Конец передачи. Особенно впечатляют миссии на планетах. Летишь себе, никого не трогаешь, любуешься ландшафтом, небесами, совершенно забываешь о миссии и понимаешь одну вещь. Если программисты будут и дальше делать такие красивые и интересные игры, то наша старушка Sony еще ой как долго протянет. Каждое воскресенье на телеканале «Премьер» развлекательная и познавательная программа «Мир Денди». В ней есть все, что нужно настоящему игроку. Самые свежие компьютерные новости, всевозможные конкурсы и викторины, куча полезных секретов, ну и, конечно же, сами игры. Если вы заядлый компьютерный фанат или хотя бы увлекаетесь этим делом, то, безусловно, эта передача для вас. Итак, каждое воскресенье в 10:30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим «Мир Денди». Отвлечемся немножечко от приставочки Sony PlayStation и поговорим о других платформах. Я сейчас в руках держу вот такое творение японских разработчиков. То ли приставка Sega Mega Drive 2, то ли музыкальный центр Эйва. Что же это такое, вы сейчас и узнаете. Итак, что же это такое? То ли приставка, то ли CD-плеер. Рассмотрим все по порядку. Во-первых, у этого строения имеется слот для картриджей Sega. Вставляем игру, запускаем, и процесс пошел. Теперь мы можем играть в наши любимые хиты «Джим», «Соник», «Формула-1» и так далее. С этим все ясно, но зачем тогда такие размеры? Оказывается, здесь имеется возможность прослушивать музыкальные CD-диски. И не через TV, как у Sony, а через встроенные стереоколонки. Теперь все ясно. Это игровая приставка Sega Mega Drive 2 и крутейший CD-плеер Эйва. Так что если вы заинтересовались данным творением японских разработчиков, приходите в магазин Rollsport, отдел видеоигр, на улице Богдана Хмельницкого, 33. Сделайте свой выбор. My childhood. I've been told that only the strong survive. That the strong will rule. That... От математики перенесемся к химии. Если взять Крок, Гекс 3D, Тайфу, добавить туда меч из Экергейза, все это тщательно перемешать и растворить немножко магии вуду,
то получится обалденная трехмерная бродилка, которая называется... А как она называется? Я не знаю. Я помню, что на А. Том Райдер, наверное. Да нет, говорю же, на А. Тогда Adventures of Lara Croft. Да нет. Как же она называется? The wedding rites were interrupted by my son. Акуджи. The Heartless. Да, точно. Именно так называется эта игра. Акуджи. И также зовут главного героя. Хотя я играл в игру совсем немного, у меня уже сложилось мнение о ней. Просто высший класс. Давно уж не попадалось игры, которая бы мне настолько понравилась. Фанаты трехмерных бродилок, не пропустите этот хит, если вы действительно те, за кого себя принимаете. Вы только посмотрите на графику. Посмотрите на эти гигантские, проработанные до мелочей пространства. Аж дух от такой красоты захватывает. Игра чем-то напоминает Tomb Raider. Не знаю чем, просто чувствую на подсознательном уровне. Может быть, катанием на лианах и лазанием по стенам? Или же акробатическими прыжками по узким выступам над пропастью? Нет, не знаю. Вооружен наш герой коротким мечом, которым будет отправлять на тот свет толпы колдунов, птиц, скелетов, мумий и прочей вражеской нечисти. Но кроме холодного оружия, Акуджи еще владеет магией вуду. Ему подвластны энергетические выстрелы, огненные шары, различные защитные заклинания и многое-многое другое. Атакующей магией можно стрелять просто, а можно и вести прицельный огонь. Причем некоторые рубильники можно включать, только выстрелив по ним. А все эти рубильники, кнопочки, рычаги еще нужно найти. Точно, вспомнил. В их поисках, ища какую-нибудь заныканную кнопочку и покрывая ее добрейшими словами нашего богатого и русского языка, вот тут-то вы и вспомните Tomb Raider. В каждом уровне вам придется искать определенные предметы, которые откроют доступ к секретным местам. Но даже если вы их не нашли, не расстраивайтесь. В любой из пройденных уровней можно вернуться и поискать повнимательнее. Как в Гексе, только гораздо увлекательней. И напоследок еще один сюрприз. На диске Акуджи находятся еще три демо-версии. Первая – это Legacy of Kain 2. Вторая – Gex 3. И третья – Tomb Raider 3. Не знаю, какая это версия и зачем ее сюда вообще вставили, но здесь вы найдете множество приятных неожиданностей. Одним словом, 130% удовольствия на одном диске. Ну что можно сказать? Бегите в Роллспорт. А теперь традиционная рубрика Help. И сегодня секреты будут... Хотя, постойте, хочу сделать анонс. В следующий раз будет огромное количество совершенно новых секретов, так что готовьтесь заранее. Ну а сейчас Ghost in the Shell и Road Trip. Начнем с игрушки Ghost in the Shell. В главном меню нажмите R2, R1, квадрат, квадрат, вверх-вниз, квадрат, квадрат, R2, R2. Начните игру, и вы попадете на экран выбора уровней. Rock Trip. Во время игры зажмите треугольник и нажмите следующие комбинации. Влево, вправо, вверх. Вытягивать деньги у противника. Вправо, влево, вниз. Атака назад. Влево, вправо, вниз. Мина. R1 плюс L1 – прыжок. Только в магазине Roll Sport. Настоящие спортивные очки Uvex. Фирменный дизайн и безупречное качество. Очки Uvex полностью защищают глаза от ультрафиолета. Не бьются и не царапаются, абсолютно антистатичны. А некоторые модели способны превратить пасмурный день в солнечный. Очки Uvex не искажают реальности, они делают реальность лучше. Фирменные очки Uvex в магазине Roll Sport.